Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Покупателям квартир отныне не придется отвечать за перепланировки, сделанные предыдущими владельцами. Соответствующее решение приняла коллегия по гражданским делам Верховного суда. Судьи разбирали конфликт, возникший из-за металлической двери, самовольно установленной в подъезде одного из домов. Перегородка, отделяющая лестничную клетку от коридора с дверями квартир, появилась много лет назад, без всяких разрешений и согласований. Во время недавней проверки пожарные обязали управляющую компанию снести металлическую конструкцию и вернуть на место распашные деревянные двери. Организация, в свою очередь, возложила ответственность на собственников квартир, несмотря на то, что многие из них сменились. Между тем, Верховный суд принял решение в пользу жителей, заявив, что нужно искать именно тех, кто непосредственно устанавливал двери на лестничной клетке. Именно им и предстоит оплачивать работы по установке новой старой двери. Дайджест недвижимости. Кировская область на 30-м месте в России по количеству выданных ипотечных кредитов. По данным на октябрь, с привлечением заемных средств в регионе совершено почти 1500 сделок, подсчитали аналитики компании Realty Group. Этот показатель достиг подобных значений впервые за 3 года. Ранее чуть более 1400 сделок по покупке недвижимости было совершено в 2015 году. По количеству заключенных ипотечных договоров Кировская область соседствует с такими регионами, как Иркутск и Пензенск области и Республика Саха-Якутия. При этом в среднем кировчане занимают в банках около 1 400 000 рублей. Дайджест недвижимости. Кировчане заплатили почти 500 миллионов налогов на имущество и землю. Платежи, внести которые было необходимо до 1 декабря, продолжают поступать и сейчас, сообщает налоговая служба. По данным на 20 декабря, общий объем налога на имущество составил чуть более 316 миллионов рублей. Еще 153 миллиона – земельный налог. Это 91,93% от исчисленной суммы соответственно. Несвоевременная уплата имущественных налогов в установленный срок чревата пени за каждый день просрочки, оплатой госпошлины при взыскании задолженности через суд, а в случае направления документов в службу судебных приставов должникам придется оплатить еще и исполнительный сбор в размере не менее 1000 рублей, напоминает iKira.ru. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.